Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных, чрезвычайных и полномоченных послов ряда государств. Так, глава азербайджанского государства принял верительные грамоты посла Монголии в нашей стране Гамбасуры Мунхпаяра, Южной Африканской Республики Дипуо Берты Лецати Дубы, Республики Чад Адума Дангаи Накура Гуэта, Новой Зеландии Зои Даун Колсон Синклер, Эфиопии Адама Мухаммеда Махмуда.